Давайте с вами посмотрим, кто к вам скоро придет, проявится. Кто из мужчин, если такой, давайте глянем, кто проявится скоро. Приходите за личным раскладом, этот общий не проиграется, либо совсем, либо может быть чуть-чуть. Есть расклады по акциям, мысли, чувства, действия 1500. Что было, есть, будет 1500. На оракуле Ленорман 2500. Там полная выкладка. Да, это оракульная система, это уже не предсказание. Итак, кто к вам скоро проявится? Тот, кто молчит. Кто подвесил ситуацию отношения. Кто молчит, девочки. Защищается, да, выстраивает личные границы. Что-то там он у себя все сознает внутри. Да, что-то там переделывает каждый раз. Короче, надоел, да. Повешенный. Задолбал думать. Ну вот, кто все повесил, подвесил, затихарился и так далее. Ну, Паш здесь, девчонки. Ну, Паш. Паш мечей. Сам себе на уме. У него иногда не бывает энергии, да, много мыслей, нет движения. И человек, который вечно страдает. Страдалец вечный, да. Маг-манипулятор. Хочу, хожу, хочу, не хожу, да, хочу халву ем, хочу пряники. Вот такой вот товарищ к вам скоро проявится, девочки. Может быть, манипулировал тем, что оттягивал свое движение к вам, да, все подвесил. Может быть, хотел привязать вас получше, да, чтобы вы вообще зависимы были от него. Но выстраивал там какие-то границы, некогда ему было. Что хочет мужчина? Принял какое-то решение, в новую жизнь хочет пойти. Придет вот так с распростертыми руками, да, здравствуй, я. Скорее всего, придет либо сдаваться, либо говорить, да, что без тебя жизнь не мила, ты мое солнышко. Да, девочки, с ним была башня, может быть. Может быть, он так подумал, да, что, ну, что-то, может быть, поскандалили, все, мужчина подвесил, да. Здесь мужчина какой-то такой, очень большой силы. Правильная правда у него своя. Есть какие-то правила, законы. А либо мы живем, либо мы все по ним, либо никак. Иначе не бывает. Что захочет-то? Доказывать будет, девочки. Доказывать что-то. Да. Будет доказывать, что не хочет, скорее всего, быть вашим прошлым. Что много у вас было хорошего, да? Вспоминает вас. Все-таки как в унисон плясали, да? Подходите вы ему. Вот он, рыцарь, да? Паш мечей, рыцарь мечей. Такой, без движения не сидит. Ветер, да? В жопе у него там батарейка. Он улетел, прилетел. Эгоистичный товарищ-то. Ваш эгоист действует по своему усмотрению, да, не боится обижать, ему вообще чихать. Остались сзади, ну, сидите, да, без определения, девочки. Прийти-то придет, скажет-то скажет, да, что прошлое не могу забыть, да, что все-таки у нас-то было много, да, общего, и мы как-то вот с тобой сживали, сходились, вплоть до ругани будет, да, до сёру будет ругаться с вами. Лишь бы вы обратили внимание. Но опять не определился человек. Почему? Сам себе на уме. Скупой. Скупой. Он ничего не хочет давать. Сам-то. Он не разобрался в своих чувствах. Не разобрался, что ему надо. Поэтому и повешены. Он не может еще понять, что ему от жизни надо. Знаете, как вот сознание детеныша. Не нашел себя по чувствам. Не может понять, Вот, как сказать, там, залетела в топ, да, эта женщина, либо нет. И также у вас, с вами. Девчонки, вгоняют вас какие-то вот чувственные иллюзии в прострацию. Вот серьезно. Король чаш, да. Он, понимаете, действует как, что всегда победитель, всегда на коне. Я то тут, то там, да, мои чувства главнее. Я тебя люблю, хочу, ты мне симпатична, да. Но как касается действия, действия только на коня и в дорогу. Он заранее уверен, что вы будете ждать, что вы никуда не денетесь, что он неотразим, да, что его бросить невозможно. Поэтому вот так прервали нас. Вот такой вот мужчина придет, да, с неопределенностью опять. Там был отлив,
Сейчас прилив. Сейчас вспомнил опять, да, прошлое, решил прийти. Поработать над отношениями. Девчонки, ему сейчас чего-то тяжело, чего-то не хватает. Не хватает, скорее всего, яркости, батарейки не хватает. Я всегда говорю, когда вот туз пентаклей где-то вот в отношениях мелькает, это зачастую, да, с определенными картами говорит, что женщина батарейка. Женщина, которая давала успех. Важная женщина в жизни мужчины в плане материалки. Она его вот такая энергия есть у женщин, да, которая вот мужчине дают, ну все, вот понимаете, он тот он ее погладил, все, пошел там миллион заработал. Ну, понимаете, что я образно, да? На успех. Вы та женщина, которая даете успех. Один ваш взгляд, одно ваше слово, да, теплое, вообще какое-то, хоть насрать, скажите, это уже придаст ему энергию денег. Вот такие женщины мы, понимаете? Без нас никуда. Этот мужчина придет. Сейчас, может быть, по жизни у него не все клеится. Может человек работать, ничего не получается, да? Хочет денег, а в кошелек кидают ему, не знаю, цемента, да? Шарики с цементом. То есть совсем не то. А ему нужен успех, а вы как раз та яркость, которая даете ему вот этот вот успех. Девочки, боится? Боится с вами что-то, а боится, знаете почему? Потому что по семерке кинжалов предавал и обманывал. Сейчас хочет, да, договориться с вами. Я говорю, придет договориться, шестерка чаш, шестерка дисков, придет договориться, потому что хромает. Не видит без вас возможного существования, девочки. С вами не видит, без вас не видит, вообще никогда не видит. Хромает он сейчас в денежном плане. Вы, скорее всего, от вас может зависеть и материально здесь у кого-то, да? В прямом смысле этого слова. Поэтому ждите человека, придет он на ваш комфорт, на ваш уют, на ваше изобилие.